Очередная трагедия произошла на одной из дорог региона. Отец и его 6-летний сын погибли на трассе в Нижнеилимском районе. Их автомобиль лоб в лоб столкнулся с большим грузом. В салоне легковушки находились еще трое детей и супруга водителя. Смертельная авария произошла на федеральной трассе Вилюй, недалеко от поселка Семигорск. По предварительной информации, 31-летний мужчина вместе с женой, сыновьями 6 и 12 лет и еще двумя знакомыми 13-летними девочками поехали купаться. При этом у водителя не было водительского удостоверения, а пассажиры в салоне не были пристегнуты. В какой-то момент шофер не справился с управлением, выехал на встречку и столкнулся с большим грузом. От удара легковушку опрокинуло на металлическое ограждение. Водитель погиб на месте, пассажиров доставили в больницу. Женщина и четверо детей были доставлены в приемный покой города Железногорск-Илимск. Один ребенок скончался в реанимации. Сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все причины и обстоятельства произошедшего. Предположительно, супружеская пара перед поездкой могла выпивать алкоголь. Эту информацию уточняют судмедэксперты. Следователи проводят проверку, ее ход контролирует прокуратура. И это уже шестая трагедия с детьми только в августе. Ранее погибли два юных водителя мототранспорта и трое пассажиров автомобилей. С начала года в авариях погибли 15 детей.